преддверии Дня первого президента страны 400 петропавловских школьников вступили в ряды детской организации «Жас-Кыран». Эти ребята возрастом от 6 до 10 лет. Самой организации 5 лет. Принимают в нее самых прилежных, активных и спортивных. Для 1,5 сотен ребят торжественную церемонию провели в областном краеведческом музее. Вот они, лучшие ученики младшего звена. Под звуки патриотической песни они гордо и уверенно входят в зал первого президента. Голубые значки юных орлов им вручают старшие товарищи, активисты молодежного крыла «Жас-Улан». И вот малыши официально становятся участниками детского объединения «Жас-Кыран». В нашей школе прошла конференция, где жас-улановцы рассказали нам про детскую организацию «Жас-Кыран». И потом состоялись выборы самых лучших, активных. И я с гордостью буду носить значок «Жас-Кыран». Я буду достойным гражданином и обязательно принесу пользу нашему государству.